Радун Хагейду. Радун Хагейду, проснись. Радун Хагейду, вставай, надо идти. Мама, что ты здесь делаешь? Никак не проснешься? Мы пришли сюда вместе, а сейчас идем. Я думал, ты погибла. Но ты здесь. Да, я здесь и всегда была здесь. Все хорошо? Просто чудесно. Славно. Тогда идем. Я слышала крики. Это Ганьягеха. Надо узнать, что случилось. Это все из-за меня. Что из-за тебя? Что ты сделала? Радун Хагейду, скорей! Король велел найти Магавку с косами. Ты Магавка, и косы у тебя есть. Правда. Дрянь! А я займусь тем, что слева. Ты пыталась украсть его силу! Вам не она нужна. Зачем Вашингтон послал людей на фронтир? Вашингтон? За одной дикаркой. Она пыталась украсть источник его силы. Ты уже нашел ее. При чем тут генерал Вашингтон? Он уже не главнокомандующий и уехал в Маунт Вернон. Если бы так, Радун Хагейду. Но ты знаешь, что Вашингтон помешался на власти. Я не смогла остановить его. И я навлекла его гнев на свой народ. Я не понимаю. Что-то не так. Люди короля Вашингтона сейчас в Конкорде. Убивают всех подряд. Они ищут тебя, Годзидзио. Как? Короля? Идем. Не думала, что он настолько потерял рассудок. Кто? Генерал Вашингтон? Почему та женщина назвала его королем? Столько людей теперь пострадает из-за меня. И не только в деревне. Надо защитить всех, кого можно. Скажи, где она, и мы сохраним этим людям жизнь. Не скажешь, сожжем их. Мы не знаем, кто вам нужен. Ну что ж. Умоляю, прошу вас. Здесь же дети и женщины. Вы же не чудовище. Не надо. Я дал тебе шанс. Сделай все тихо. Не выдай себя. Застань их врасплох.
Сделай все тихо. Не выдай себя. Застань их врасплох. Спаси их! Это все из-за меня! Бегите как можно дальше от города! Укройтесь в лесу! Радун, Хагейду! Там! Если мы их не оставим. Это безумие. Я не понимаю, что происходит. Нужны! Помогите заряжать! Идет армия короля! Вот пушка! Останови их!
Не отступают! Мы победили! Для войск Вашингтона есть только победа или смерть. Нам нужно идти в Лексингтон. Там у нас будет преимущество. Если б только мне удалось забрать скипетр, я должна все исправить. Скипетр? Чем дальше, тем меньше я понимаю, что творится в этом мире. Вот она. Дикарка пыталась украсть источник и символ моей силы. Смотри же, ибо это последнее, что ты увидишь. Я сотру с лица земли и тебя, и твою жалкую деревню! Таким, как ты, я не позволю жить! Генерал Вашингтон, что вы делаете? Мы столько пережили вместе. Вы не в себе, очнитесь! Еще один безумный дикарь! Я настолько в себе, насколько это возможно. А теперь склонитесь перед королем и покайтесь в своих грехах перед тем, как вас отправят на тот свет. Капрал, разберитесь с ними. Радунхагиду, вон там синий мундир. Не дай им взорвать бочки с порохом. Убей всех, кто попробует их поджечь. Запал! Туши его! Вон еще один! Радунхагейду! Запал! Горит! Там! Останови их! Держи его! Он почти дошел. Радунхагиду, вон там синий мундир. Туши его! Вон еще один!
Радунхагейду! Запал! Горит! Он хотел уничтожить весь город. Это моя вина. Я не понимаю. Вашингтон меня знает. Он всегда был разумным человеком. Но это не тот, кого я звал своим другом. Ты совсем запутался? Разве ты встречал это чудовище? Да, мы с ним... Я... Мама, здесь все не так. Сам Вашингтон, этот кошмар, все. Надо вернуться в деревню и предупредить всех. Пока безумный король не добрался туда. Садись верхом. Бери лошадь, Радунхагейду. В моем мире Лексингтон был местом триумфа. Здесь это настоящий кошмар. Сюда. Так будет быстрее. Безумный король на тропе войны. Он хочет уничтожить деревню. Нам нужны все, кто может сражаться. Идите с нами. Мы знаем. Мать рода велит собрать ветви Великой Ивы. Она хочет защитить наш народ. Сделать тот чай? Она что, с ума сошла? Его последствия слишком ужасны. Его нельзя пить. Ты видела его силу? Это опасно? Да, видела. Это не просто опасно. Он приносит с собой безумие, а тем, кто слабее, даже смерть. Но это воля матери рода. Поверьте, чай Великой Ивы безумства. Идем с нами. Воля матери рода – закон для нас. Мы соберем ветви. Если ты сможешь переубедить мать рода, мы их сожжем. Так и сделаю.
Что это за чай Великой Ивы? Средство, о котором нам лучше бы не знать. Отвар молодых ветвей Великой Ивы, которые пьют наши воины. Он дает телу силу, Радунхагейду. Но за каждый дар телу отнимает часть разума. И его нельзя делать. Ты его пила? Никогда. Но видела, что случалось с теми, кто пил. Ты сын жестокого человека. На тебя он подействует намного хуже. Я не позволю тебе пить его. Слава небу, мы не опоздали. Ты хочешь сделать чай Великой Ивы? Ты забыла, какие беды он приносит потом? Я нет. Нет, Годзидзио. Но когда нашим людям грозит безумный король, у нас нет выбора. Нет выбора? Мы можем сражаться как люди. Мы с сыном лишь вдвоем смогли одолеть их. Представь, насколько сильна целая деревня. И сколько же бесстрашных синих мундиров пали от ваших рук? Два? Пять? Десять? Тысячи придут, чтобы уничтожить нас. И их призвала ты. Наш народ не выживет без силы Великой Ивы. Ты безумнее короля. Делай, что хочешь, но мой сын не будет его пить. Тогда он умрет, как и ты. Глупая старуха. Что же нам теперь делать? Остается только драться. Я знаю. У меня есть то, что нам поможет. Отец тебя оставил. Мой отец? Да, перед смертью он велел отдать это тебе. Отец оставил их мне? Он состоял в Ордене, в Тайном Братстве. Я знаю, кем был мой отец. И что это такое? Знаешь? Они очень помогут. Откуда ты все знаешь? Не могу объяснить. Просто здесь все не так. Этого просто не было. И тебя тоже. Я видел, как ты. Он здесь. Бегите в лес! Отсюда! Они вас не пощадят!
Бегите же! Генерал Патнем, генерал Арнольд. Порой я не верю, что мы преуспеем. Я сомневаюсь в своих способностях и силах. Но когда вы двое со мной, я верю, что мы отвоюем свободу этой страны. Огнем и железом. Поклянитесь, что вы верны мне. Клянусь всем святым. И я. Я благодарю вас, господа. Страна вас не забудет. Не щадите этих дикарей! Вам нас не победить. Ты выжила? Поразительно. В этот раз я убью тебя наверняка. Мама! Вашингтон. Ты бросаешь вызов самой свободе! Я буду править свободным миром! Дайте сюда. На всякий случай. Он очнулся. Где мы? В убежище. Нас спасли твои братья. Деревня. Ее сожгли. Король искал твою мать. Твою упрямую мать. Где она? Она не слушала и теперь мертва. Ты спокоен? Дело в том, что я знаю кое-что. Но генерал Вашингтон, революция. Как дошло до такого?
Никто не знает, как король Вашингтон получил скипетр. Но теперь его некому остановить. Мы выживали, избегая его. Но твоя мать попыталась украсть скипетр. И это лишь сильнее его разъярило. Теперь наши люди мертвы. А жители Фронтира или убиты, или в тюрьмах. Как мы выжили? Нам даровала силу Великая Ива. Она нужна и тебе. Но моя мама, она... Она была глупа, очень молода и упряма. Теперь, почувствовав угрозу, король стремится обратить всех нас в рабов. Радун Хегиду, именно ты должен исправить ошибку матери. Ступай, залезь на Великую Иву и добудь ее молодые побеги. Выпив их отвар, ты обретешь силу, чтобы одолеть безумного короля. Что за силу? Как поправишься, я покажу тебе. Ты готов? Великая Ива на вершине горы. Да, я принесу побеги и, возможно, немного дичи. Забудь про дичь. Принеси ветви, завари их в воде и выпей ее. Лишь тогда ты будешь готов сражаться со своими братьями. Пей же силу. Стань одним из нас. Не оставляй следов, возвращаясь сюда. Иди. Я встречу тебя у Красной Ивы.
Яма. Очень тяжело и была моя жизнь. Не может быть. Еда. Спасибо.
Дальше пойдешь один. Это опасно? Каждый подъем в небесный мир не похож на другой. Для кого-то он очень опасен. Ты найдешь ответ на свой вопрос на самой вершине Ивы.
Прости меня, мама. Я должен поговорить с Вашингтоном, чтобы понять. Другого пути нет.
Это был лишь сон? Неужели... Неужели я... А ну не двигайся! Готовься! Мой томагавк. Его забрали. Я с радостью верну его. С такой силой меня никто не остановит. Thank you.
Такой силы меня никто не остановит.
Радун Хагейду, я рад тебя видеть. Здравствуй, друг мой. Ты видел моего брата? Только перед тем, как забрался на Красную Иву. Мы искали синих мундиров и разошлись в лесу. Боюсь, его схватили враги. Возможно, ты прав. Как твой подъем в небо? Весьма успешно. Может быть, ты поможешь мне найти брата? То, что ты узнал в пути, может нам пригодиться. Мы не должны терять столь сильного воина. Конечно, я помогу. Мы почти на месте. В последний раз я видел брата где-то здесь. Костер еще дымится. Они только что были тут. Лук моего брата. Значит, он точно был здесь. Синие мундиры были тут. Поищем еще.
Тело старика еще не остыло. Учитывая погоду, он умер не больше 2 часов назад. После борьбы пленников повели вверх по склону. У тебя нюх совсем как у волка. Что-то не так. Зови своего зверя-покровителя. Нам нужна помощь. Вижу, я был прав. Подъем в небо принес тебе могущественный дар. Он поможет нам в поисках. Чего вам надо? Я ничего не сделал. Никого не тронул, оленя искал. Вам нужны те, другие. Другие? Солдаты. Знаю их. Мерзавцы. Вон там они индейцев сгоняли. У одного из воинов был рисунок ладони на лице. Татуировка, что ли, прямо на подбородке? Ага, видел такого. Не пропустишь. Отведи нас в их лагерь. Ладно. Ладно. Как скажете, господа. Волки, зови их! На помощь! Дикари! Они меня убьют! Дикари! Look!
листок. А в итоге делать-то все. Это уже слишком. Мне даже страшнее. Хватит ныть, размазни. Покончим с этим. Во славу короля. Делать-то все надо. Это уже слишком. Мне даже тошнит. Брат! Брат мой! Я знал, ты найдешь нас. Спасибо, Радун Хагейду. Радун Хагейду, мы проследим, чтобы об этих людях позаботились. Возвращайся к матери рода. Она должна узнать, что случилось. Расскажу матери рода. Теперь я могу все. Яма.
Яма.
спасены. Освободи нас. Сломай замок. Thank you.